А выпуск 2015 для Белореченского медицинского колледжа особенный. Уже в 10-й раз директор и преподаватели этого учебного заведения говорят своим выпускникам «в добрый путь». Студенты групп С-41, С-42, С-43 и Л-41 выходят на сцену. Сегодня они – главные герои торжества. Все вместе вспоминают яркие моменты студенческой жизни. Лекции, зачеты, знакомство с профессией, совместные поездки и экскурсии, познание нового, дружба и любовь. Нынешний 10-й по счету юбилейный выпуск – это 113 молодых специалистов. А всего мы выпустили за 10 выпусков 949 специалистов среднего звена. Они более 200 работают в нашей ЦРБ. 70 учатся в медицинских вузах, 40 из них в Кубанской государственной медицинской академии, в университете. И станут врачами, и вернутся сюда, на нашу родную землю. Юбилейный выпуск медицинского колледжа совпал с большим юбилеем страны – 70-летием Великой Победы. И студенты активно участвовали в праздничных мероприятиях. Благодарственные письма за активное участие в общественной жизни колледжа получили Занук Авакян, Аврула Изаев, Виктория Головина, Элла Аракелян, Владимир Федько, Наталья Курганова, Виктория Виноградова, Евгения Кононенко, Суламита Закариадзе. Белореченский медицинский колледж – особенное учебное заведение, созданное по инициативе главы Белореченского района Ивана Ингрунта, который с особым вниманием следит за успехами его выпускников. Медицинская сестра, медицинский брат – это та категория, которая душой, не только душой, умением и душой излечивает пациента. И, конечно, вы сюда пришли не случайно. И, конечно, вы прекрасно понимаете, что вам придется спасать людей. Вы это здесь все выучили. Великую науку вы преподаете детям. Они проживают настоящую юность, настоящую студенческую юность, умную, грамотную, талантливую, эмоциональную и очень правильную. Это происходит только благодаря вам, педагоги, благодаря вашему коллективу. Дипломы с отличием получили Дмитрий Цыбышев, Анна Константинова, Марина Ткаченко, Лёля Бедназарян, Анастасия Воронова, Анастасия Пацанюк, Юлия Мягкенькая, Елена Яковенко, Ирина Тримас, Марина Шумейкина, Елена Храмцова. В этот вечер они танцевали прощальный вальс и говорили друг другу прощальные слова. И еще в торжественной части выпускного вечера несколько традиционных моментов. В первую очередь клятва выпускников. Быть готовым в любую минуту прийти на зов человека, нуждающегося в медицинской помощи. Внимательно и заботливо относиться к больному. Хранить медицинскую тайну. Обещаю! И, наконец, финальная песня – гимн Белореченского медицинского колледжа, который поют все без исключения – директор, педагоги, кураторы, нынешние студенты и выпускники. Колледж наш мы в песне прославим и в памяти, надолго оставим все доброе, что необходимо тебе и мне. Татьяна Шуляцкая, Сергей Севастьянов. События и люди.